Вы спите? Вы спите, товарищ полковник? Чего тебе вообще? Разрешите доложить, товарищ полковник, тут девушки. Какие девушки? Комсомолки. Ну и что же? К вам пришли. Девушки, чепуха какая, девушки. Может, прогнать их, товарищ полковник? Как же девушек гнать, такой Вася-то не кавалер. Понятно, товарищ полковник. Вот наведу красоту и зови их. Они без приглашения прорвались и уже нахально находятся тут. Да. Товарищ да, полковник, товарищ. Группа комсомолок прибыла для выполнения специального задания. Специального? Сколько вам лет? 22 скоро будет. Знаю. Ну что же, перебросить через линию фронта можно, только ночью, на рассвете. А самый младший из вас сколько? 17, а что? Да нет, ничего. Наташа. Я не Наташа. Ваше имя? Елена. Да не то, фамилия? Логинова. Ну да, Аленушка. Ну я вас совсем не знаю. Я не знаю тебя, но я очень хорошо знал Наташу Логинову. Маму? Да, она была, нет, моложе и лучше. Она была лучше всех на земле, я так думаю. Дядя Степан. Рябинин. Да, Степан Рябинин. Как дедушка? Николай Сергеевич, жив, чудесный старик. Жив. Он там в городе, все в той же больнице. Я его завтра увижу. Завтра. Вот и я стою перед городом. Иногда в солнечный день трубы вижу, крыши, телеконы. Обидно. Да. Я там не был 20 с лишним лет, с тех пор, как Наташа... Расскажите. Рассказать о Наташе Логиновой? Это большой рассказ. Тут начинать неизвестно с чего. Сначала. Да? Начинать надо сначала. А начало было глубокой осенью, в 18-м году. Меня больного и раненого сняли в этом городе с эшелона и положили в госпиталь умирать. Ребята, коня. Коня моего не видели. Серый, в яблоках. Кречетом звали. Ребята. Барышня, смотрите, у него звезда. Он красный. Я знаю. Господи, спаси нас. Кто? Кто вы? Ваш друг. Не знаю. Не знаю вас. Я вас не знаю. Но что вы красные, я знаю. Да. Кто? Кто в городе? Немцы. Пусть. Лежите. А вы? Вы кто? Я просто гимназистка. Член партии КВД. Куда ветер дует? Ты что хочешь со мной делать? Лежите. Вылечить. Как вас зовут? Я Наташа. Барышня, милая барышня, пусти. Нельзя, мне здесь... Лежите. Какой вы беспокойный. Пропал. Кровь пропал. Сам. Добила своего. Что ж, он умрет не на больничной койке у меня в госпитале, а на кружевных подушках у тебя в комнате. Он не умрет, папа. Постыдилась бы людей. Позоришь себя. Бинт, девчонка. Вот оно, племя молодое и незнакомое. Прямые скулы, низкий лоб, тьма. Азия. И они затеяли перевернуть мир, мальчишки. Герцен и Огарев тоже были мальчишками. Это не лоб Герцена и не глаза Огарева. И вообще тебе тут не место. Сердце. Сердце у него здоровое. Отличное сердце. Так он будет жить, папа? Так, помогите мне, Паша. Я помогу. Тут кровь. Ты не должна это видеть. Нет, я должна это видеть. Мы так живем. Мы так живем, папа. Марлю. Я не могу больше сидеть дома. Бинт. Ты же сам когда-то мечтал о революции. Да, все это было. И баррикады, и вихри враждебные, и горькие разочарования под конец. Разочарования отцов. А мы тоже хотим и гореть, и искать, и ошибаться. И сейчас, когда немцы ворвались... Немцы топчут... Не смей. А я не буду молчать. Да,
Ты начинал жизнь революционером, окончаешь ее земским чиновником. Не смей, девчонка ты. Хорошо. Пойдем. Тебе не место у постели больного. Уснул. Наташа. Что надо? Мы не признаем советской власти. Мы вообще не признаем никакой власти. Мы говорим только анархия, мать господа, господа! А мы создадим беспартийный союз учащихся, беспартийный. И наша программа «Крамбамбули». Крамбамбули, отцов наследство, ведь ее любимое у нас. Оно живительное средство, когда случится нам подчас. Тогда и день, и дождь, люди, а черт возьми, крамбамбули, крамбамбимбамбули, крамбамбули. Да-да, пусть утихнут партийные страсти, пусть нейтралитет и индивидуальность каждого. Гордая, красивая индивидуальность. Я пришел к вам от Российского коммунистического союза молодежи. Господа, а что комсомол? Это татарское слово? Господа, что такое коммунистической? Да. И да. И в какой связи ваш коммунизм находится с коммунизмом первобытным? И вот скажите мне, Андрей, что такое гносеология, онтология, ортопедия, акушерство? И каковы ваши эстетические идеалы? Это глупо! Это глупо и подло. Такие же юноши, как вы, дерутся и умирают за новый мир. А вы здесь пищите о нейтралитете, да? Когда в городе красный, так вы за нейтралитет. А прежде? А где ваши бойскауты? Ушли к белым? А где эти лохматые? Анархисты, что ли, ушли в банды? А вы остались, потому что вы мелюзга, злобные трусы. Вот. И кричите здесь о нейтралитете. Туда! А я не боюсь вас. Thank you.
убивали. Красота-то какая! Сроду такой не видала. Здесь комсомол. Вот я пришла к вам в комсомол. Не примем. Точка. Это почему? Нам барышень не нужно. А какое же вы имеете право называть меня барышней? Да вы знаете, барышня, куда вы проситесь? Знаю. Комсомол есть союз отчаянных людей. Знаю. Хорошо. А с чем ты к нам идешь? Через что идешь? Борис! Где твой отец, Борис? Ты же знаешь, Антон. Я-то знаю, ты вот ей скажи, барышне скажи. Где твой отец, Борис? Немцы отца расстреляли. Слышали? Ты откуда пришла к нам, Даша? Из тюрьмы. Слышали? На ней уже немецкая петля висела. Вот с чем идут в комсомол люди, барышня. Из подвалов мы идем. Из нищеты, через муки. Покажи ей свои костыли, Рябинин. Покажи этой барышне. Слушай, подожди. Ефимчик, сколько тебе лет, Ефимчик? 15. Я старый коммунист, 17-го года. Вот какие мы комсомольцы. А ты с чем к нам пришла? У нас к тебе веры нет. Антон, это ведь она против всех гимназии говорила. Я тебе рассказывал. Она? Да. Жених у вас, барышня, есть? Нет. Ну, не жених, парень, в общем, есть, друзья, есть, так вот бросить. Бросить. Брошу. В Бога веришь? В церковь ходишь? Так вот Бога бросить. Брошу. А на фронт? А если банды? А если не устоит советская власть, тогда продашь вас? Продашь, да? Нет. На смерть пойдешь? Пойду. На смерть? На смерть. Так помни, помни, это не шутка. Это и есть наша жизнь комсомольская. А как вас зовут? Наташа. А ты можешь нам, товарищ Лили, лекцию прочитать? Например, омлек питающихся. Да не бойся, тут все свои. Ну вот, теперь вы наша. Здрасте. Здрасте. Комсомолка, товарищ Наташа. Товарищ Наташа. Молодой человек, да? Постойте. Вы отсюда? Да, отсюда. Значит, вы как это называется, комсомол? Комсомолец. Да, возможно. Вы знаете Наталью Логинову? Наташу? Знаю. Это дочь моего приятеля. Что же, она тоже здесь? Да, здесь. Вы хотите ее видеть? Нет, нет, не надо. Я боюсь скомпрометировать юную революционерку. Нет, отчего же? Постой. Постой. Вы лежали у меня в госпитале? Если вы отец Наташи, то я лежал у вас дома. Вы. Это вы. Бредили какой-то лошадью, к вам ушла моя Наташа. Нет, она ушла в комсомол. Она разбила мое сердце. Но это ничего. Пустяки. И лишила меня покоя. Тоже ничего. Пустяки. Ерунда. Как вы говорите, подумаешь. Но она опозорила мое имя. Имя Логиновых. Что ж тоже пустяки. Ерунда. Как вы говорите, мне важно. Неблагодарность детей судьба родителей, молодой человек. Не дай вам Бог, молодой человек, быть отцом в смутное время. Да, ну да. Thank you.
Что нового, Степан? Плохо? Еще две роты комсомольцев отправили. Антон на вокзале провожает. Наташа. Наташа, сейчас отца твоего встретил. Ну? Чтобы вернулась, Наташа. А, хорошо. Я вернусь. Вы уходите воевать, а я останусь, буду из окошка смотреть. Так ведь я потому, что старика жалко. Ты добрая, я жестокая и злая. Только знаешь, добрым легко быть, а жестокой тяжко. Наташа. Ты все думаешь, я от отца ушла, я от тебя ушла, от всего этого мира, а ты меня туда-обратно гонишь. Я ж тебя не гоню, Наташа. Да. Я когда из дома уходила и собирала свои вещи, так вдруг мне стало все жалко. Альбомы со стихами. Слоненок розовый такой, амулет. А ты чего смеешься? Да, всегда помогал на экзаменах. Я стояла над всем этим и ревела, ревела. Ты знаешь, как ревела? И я все бросила и ушла. Я не вернусь назад. Наташа. Желаешь ты этого или нет? Ах, чертовски устал, чертовски голоден. Что это тут у вас? Небольшая дискуссия. Делать вам нечего. А я сейчас две роты комсомольцев на фронт проводил. Ну что за ребята, с песней сели, с песней поехали. Да, энтузиазм не подающийся описанию. Верно, скоро мы на фронт, всем укомом. Поедем, Наташа, а? Поедем. Только вот меня Степан не пускает. Степан? Это по какому праву? Чего по какому праву? Пойдем к столу. Это ваш, что ли? Господи, что с тобой сделали, Ефимчик? Ничего, это я агитирую. Великий человек. Пойдем, я тебя перевяжу, агитатор. Где же его так разукрасили? В пекарне Машурянца. У нас там. Как он в пекарню попал? А я привел. Извиняюсь. Вы кто, товарищ? А я получил. Вот как все дело, ты извиняюсь, и вышло. Это все из-за того вышло, что я слов иностранных мало знаю. Разве этот народ обыкновенными словами сагитирует? Вот война кончится, и пойдешь ты, брат, учиться. И станешь ты, скажем, доктором, а? Вы что, смеетесь надо мной? Как же доктором? Что, беспартийный, что ли? Ну, не доктором. Народным комиссаром можно? Народным комиссаром можно. Что выдумали доктором? Стоит из-за этого бороться. Ну, давай еще налью. А ведь в самом деле любопытно, ну что же из нас будет в будущем? И само будущее, какое оно? Ты что думаешь, Степан? Я фантазер плохой. Думаю, так, кончится эта война, начнется другая. Другая? С кем это еще? Не знаю, только еще войн много будет. Может, бескровные, ну, как сказать? Экономические. Вот-вот, только борьба всегда будет. И так до конца? Да, до конца. Я на все войны контракт подписал. А счастье? Да. В этом и есть счастье. Вот некрасиво ты жизнь рисуешь. Почему? Борьба. А во имя чего борьба? Будет борьба, будут и праздники. А я вот иначе наше будущее рисую. Замечательно красивой станет жизнь на земле. И земля станет красивой. Покроется солнечными городами, садами, парками. И дворцы будут. Дворец науки, дворец культуры, дворец труда, дворец принятия пищи. А заводы? И заводы станут красивыми, чистыми, радостными. Вот я шахтер. И мечтаю я, станут мои черные шахты белыми. И уголь станет белым. Да. В белых штреках будем мы с тобой добывать черный уголь, Рябинин. И раз на то пошло сад. Сад возле самой шахты. И все юноши будут как... Да нет такой красоты парня среди нас. А девушки все будут красивыми, как Наташа. Ты не подумай только, что я за красоту тебя люблю. Я любил бы тебя и некрасивую, и больную любил бы. А если бы умерла, и мертвую любил бы.
Ну что ж, а я не таюсь. Нам скрывать нечего. Я люблю Наташу, и Наташа любит меня. В общем, мы, ну как это называется, жених и невеста. Да. Вот ведь какое дело, товарищ. Огромный. Через догон, через дверь, по всем дорогам, да, Наташа? Да, по всем дорогам, сквозь свет, вместе. Да, да, да. Пап! Опомнись, Наташа, опомнись, доченька. Но я же не могу не ехать, папочка, пойми. Наташа. Как это любят друг друга. Я так всех люблю. И Федю, и Бориса, и Ефимчика. Да, Наташа, Антон ребятам хвастался. Говорит, будет у меня дочь. Непременно дочь. И такая же красивая, как Наташа. Так и сказал. Ох, и любит он тебя. Наташа, а вдруг сын? Дочь, непременно дочь. Аленушка. Угу. Такая беленькая, теплая. А вдруг черная? Беленькая. И такая же смешная, как ты, такая вот курносая. Нет. Ох, и счастливая ты, Наташа. Дураки, мы так волновались. Наташа! Ну что ж ты стоишь как дуб? Ну идем к печке, идем греться. Ох, устали. Ты ж совсем замерз. Ой, как сосулька. Несчастье. Наташа! И что? Что? Thank you.
Где плачет жена молодая, как убивается родная мать, злой рок судьбы проклинает. Боже, как я рада, что снова вижу тебя. Степан. Наташа. Угу. Я принесла приказ. Вот здесь. Клеим в книгу. Ты знаешь, все так рвутся к городу. Настроение. А как у вас? У нас все готово. Готово к восстанию. И так нужно передать? Да. Тихо кругом, ветер на сопках рыдает, плачет вся Русь, как один человек, тревогу вином заливает. Ты что? Какой добрый прохожий. Степан. Я чертовски рад, что снова тебя вижу. Ты очень изменилась. Ну, постарел? Да, старый, старый. И даже мой. Да. Кто же у тебя? Сын? Дочь. Елена. Аленушка. Это хорошо. И даже завидно. Ну и что же? Она разговаривает уже? Ой, глупый ты. Ей же года нет. Ну, я не специалист, ты извини. А я хотел бы вас видеть обоих. Потом когда-нибудь. После войны. Мать и дочь. Мать в губкоме. Дочь в школе. Потом женихи пойду. Наряды. Дочку замуж. И вот однажды заявляется к вам старый, одинокий, небритый бродяга Степан Рябинин. Что, найдется одинокому местечко в вашем доме? Не надо, Степан. Не надо больше. Послушай, Наташа. Я хочу тебе многое сказать. Ну вот, расставаться пора. Иди. Иди, иди! Маруся? Заря. Может быть, тебя не повесят сегодня? А? Ты передай письмо Степану. Письмо? Запомни. Я ухожу из жизни с сознанием исполненного долга. Я мало сделала, но я мало жила на земле. Я не успела больше. Если бы у меня была не одна жизнь, а 10, я бы все равно отдала их все так, как отдаю эту. Единственную не жалею. Я завещаю тебе. Моя Аленушка, сделать все, что не успела сделать я. Идя на смерть, я благословляю тебя на большую и гордую жизнь. Будь же достойна этой жизни. Она оплачена кровью твоего отца и твоей матери. Ты запомнила, Маруся? Запомнила. Ну? Я ухожу из жизни с сознанием исполненного долга. Я мало сделала, но я мало жила на земле. Родина! Я? Ha ha ha!
Мы не заметили в суете да в работе, как молодость прошла. Стали мы солидными, важными, и даже весок в серебре. А вот знаете, мне часто приходится встречаться с генералами, иногда с наркомами, народ все государственный, важный, обремененный заботами. А вот поговоришь с ними, поскребешь верхнюю корочку, и вдруг видишь, нас, старый комсомолец. Комсомолец, конечно, отмывается. Да. Как тебя мне не узнать, на тебе стоит печать Донецкого губкома, Луганского горкома. Это у нас песенка была такая. Вы, Степан Андреевич, поколение историческое. А вот я на днях в партию вступал, биографию рассказывал. Тянул, тянул, а больше как на полторы минуты не вытянул. Ну, нечего рассказывать, хоть плачь, никакой истории. Буря, Буря, я 17. Товарищ полковник, у глухой балки провалились немцы-мотоциклисты, количество до 100 человек. Оборону принял младший лейтенант Мирошниченко. Хорошо, действуйте. Есть! Собирайтесь, отправляю вас в штаб армии. Нам в город, товарищ полковник. Ну, вы хоть хорошо знаете город, где вам предстоит работать, обстановку? Я там выросла, там дедушка, тетя Даша. Ну, а все ли у вас есть? Все. Есть ли, например, спички? И спички есть. Вот что, Вася, ты их сам проводишь до отметки 173.5. Есть проводить до отметки 173.5, товарищ полковник. Давайте. Пошли. А где? Зачем ты ко мне пришла? Мне нужен Миша Осипенко. Я была у него, но мне... Мне сказали, что он там не живет. Да, не живет. А где же он живет? На площади. Третий фонарь справа. Разве там не проходил? Петю замучили, а Сережа воин в концлагере. Все, кто остался. Одна я уцелела. Даже сама не знаю, почему. А почему я тебе все это рассказываю? Я же ведь не знаю, кто ты, откуда ты пришла. Ты забыла, что мы подруги. Мы были подруги. Ну что же изменилось? Thank you.
Теперь я понимаю, что изменилось. Да, боюсь. Я людей боюсь. Всех-всех людей. Я даже на улицу не выхожу. Разве ты не понимаешь, что все кончено, что никогда ничего больше не будет? Что ты на меня смотришь? Где наша армия? За Доном? Отступает? Что, не нравится? Не то говорю. У меня сил больше нет. Нет сил ждать, надеяться. Я даже захотеть ничего не могу. Я могу только сопротивляться. Могу не пойти на работу. Голодать могу. Умереть могу. Врешь. Ты надеешься. Потому и спряталась, что надеешься. Ждешь и отсиживаешься. Авось пройдет стороной, авось не заденет тебя. А вот придет Красная Армия, тогда ты вылезешь. И они спросят. Где была? Нет, что делала. А ты что пришла? Учить пришла? А почему ты сама вернулась? Почему ты сама не в армии? Скажешь, девушек не берут? Берут, если просят. Ты же старухой стала. Посмотри на себя. Тебя уничтожили. Ты же мертвая, Маруся. Только ты сама этого не замечаешь. Не смей! Кто там? Кто? Кто ты? Тебе показалось, Маруся? Уходи. Ради бога, уходи. Нет, не сюда. Через черный ход. Иди. Это ты, Лиза? Я, мамка. Я уже бог знает, что передумала. И куда можно сейчас ходить? Садись кушать. Я спешу. Не время, Лиза, сейчас гулять. Ешь. Ты что? Что? Материнская невкусно, да? Нет, мамочка, я просто не голодна. А кто же тебя накормил? Ты опять, мама? Мне надоело каждый день одно и то же. А мне надоело прятать глаза от людей. Почему? Лиза. Здесь никого нет. Мы с тобой одни, с глазу на глаз. Я не боюсь показаться жалкой. Ты пойми, когда ты родилась, я была счастлива. Мальчики вырастают и уходят, и матери всегда остаются одни. А я думала, что ты будешь со мной всегда. 19 лет я тебя знала. Знала, о чем ты думаешь и как живешь. А теперь... И теперь... Я ничего себе не позволяю. И другим тоже. И прекратим этот разговор раз и навсегда. Ну, надоело. А это откуда? Что откуда? Откуда у тебя эта кофточка? Ну, не украла же я. Подарили. Как ты можешь? Подарки берешь, подачки. Для кого ты, Лиза, стараешься быть красивой? Ну, хорошо. Я буду носить траур. Месяц, два, ну, год. А потом? Ты подумала, что будет потом? Ты хочешь, чтобы я перестала жить? А я не хочу. Мне только 19 лет. Я жить хочу. Дочь, мне ведь тоже было 19 лет. Но за каждый день своей жизни я могу ответить без стыда. Я свой долг всегда помню. И я бы заплатила свой долг. Только платить-то некому. Ушли все? Не все ушли. И потом, что за преступление? Что я хожу в кино, что я хочу новое платье, что я танцевать хочу? С кем? С какой радости? Мне стыдно, что у меня такая дочь. Но если тебе стыдно, я могу уйти. Совсем уйти, раз ты мне не веришь. Да? Здравствуйте, тетя Даша. Леночка. Лена. Лена, ты? Я. Живы. А где дедушка? Я была дома, но там чужие. Он теперь в Нахаловке живет. Его квартиру немцы забрали. Ее друзья. Ты опять, мама? Ну что, наша Лизочка, как технику? Кто где? Одни работают, другие прячутся. А ты что думаешь делать? У немцев. А что делать? Это ведь навсегда. Да. Вот и Павлик Бажанов. Что? В газете работает, стихи написал. Павлик? Да. Наш поэт и твой поклонник. Тетя Даша, к вам день пришел. Вот. Кажется, было надо решение его идти.
Луиза, тут помещается Луиза, прошу извинять. Я сейчас, Пауль, сейчас. Мамочка, ты понимаешь, я хочу тебе объяснить. Ты привела в дом немца? Может, он будет здесь жить? Скажи мне, я уйду. Ну, хорошо. Хорошо, я уйду. Но тебе пятна не останется. Можешь всем сказать, что ты меня выгнала. Пауль! Я сейчас, Лен. Тебя что, прислали? Да. Я принесла задание для Миши Осипенко, но... Да, придется другому передать. Повесили Мишу Осипенко. И Коля Сенцов тоже повешен. И Юра Атаманенко. И Юра? Да, гестапо замучили. Значит, все провалилось. Нет, нет. Люди есть. Надо их только собрать. Вот ты... их и соберешь. Я? Да, ты. Вот я тетя Даша у Маруши в Капляс была. Я ее не узнала, она на себя не похожа. Какая-то напуганная, придавленная. Я знаю. Она одна осталась, вот и растерялась. Нельзя сейчас человеку одному быть. Ты к ней еще раз зайди. Хорошо. Да, Леночка, за каждую человеческую душу бороться надо. Ни одной не уступить немцу. Ты Павлика найди. Павлика ни за что. Как это вы молодые, так легко и быстро о людях заключение делаете? Лиза сказала, что он немцам стихи пишет. Не пишет и не писал. Они требовали от него стихов, а он не написал. Ему грозили, он не сдавался. Тогда они спровоцировали его. Под чужой пустяшной заметкой поставили его имя и заклеймили. Ну и... Он убежал из города и прячется где-то и от немцев, и от своих. Я найду его, тетя Даша.
Да я здесь! Приходи! Я помню вальс звук лесни, весенней ночью в поздний час. Я пел голос небесный, и песня чудная. Честная и чистая, Леночка. А перед всеми? Не знаю. Что это? Немцы сад рубят. Наш сад. Помнишь? Помню. Там еще дерево было, помнишь? Помню. Я на нем вырезал букву П и Е. И сердце. И сердце. Ты это помнишь? Помню. Да, и вот теперь они по этому сердцу топором. Ну а ты, почему ты здесь? Ведь ты эвакуировалась. Вернулась. Зачем? Мы как волки друг другу не верим. Ну что ж, тогда будем о прошлом говорить. Прошлого ты у нас не отнимешь. Помнишь этот камень? Да, кто может знать при слове расставания, какая нам разлука предстоит? Может быть, мы все-таки будем говорить о будущем? А ты думаешь, оно у нас есть? Будущее? Смерть? Смерти разные бывают. Рубят, рубят. Все поколение наше вырубят под корень. Не вырубят, так искалечат. Пойдем, походим. А ты, Павлик, горький стал. Где ты был, что делал? Это большой рассказ, Леночка. Я тебе его много раз рассказывал. Мне? Да. Мысли. А вот сейчас не знаю, с чего начать. Начни с заметки в газете. А ты читала? Читала. И прокляла? Нет. Пожалела. Понимаешь, все случилось как в дурном сне, толчками. Вот были наши, вот их нет. И вот немцы. Немцы. Повестка в редакцию. Что было делать? Я
Наверное, не идти. Растерялся. И дома! Ой, Павлик. Я сам себе много раз говорил, ой, Павлик. На стихов я им не писал. Стихи сердцем пишутся, ты знаешь. Я убежал из города. Где же ты был потом? Всюду. Бродил, прятался, голодал. Я так зверски голодал, Лен. А со стен мне кричали плакаты. Молодой человек, тебя ждет Германия. Петлюровские клубы распахивали двери. Молодой человек, иди веселись, танцуй. А желудок курчал. Продавай стихи в немецкие журналы. И кушай, кушай, кушай. А душа? Что душа? Что душа тебе говорит? Душа. Нас в горном о ней не вспоминали, я и не знал, есть она у меня душа. Пар! А вот как засочилась кровью, тут я ее и услышал. Что, что услышал? Ты мне не веришь, Лена? Ну что ж. Я тебе верю, только ты... Что? Не такой, как надо, как хотелось бы. Ты не обижайся, Павлик. Я тебе много нежных слов нес, Леночка. Сколько есть в русском языке, столько нес. Да еще много сам выдумал. Не надо. Не надо? Я и сам знаю, что не надо. Только я потому так говорю, что ухожу сегодня ночью. Совсем. Уходишь? Да. Я ж тебе сказал, что выбрал дорогу. Буду пробираться к нашим через линию фронта. Буду драться. Правильно? Наверное. Так легче. Там дерутся в открытую, умирают среди своих. А как же иначе? Как мы. Кто вы? Мы. А подполье есть? А ты, Павлик, всю Украину прошел, и ни партизан, ни подполье не заметил. Немцы заметили, а ты нет. Ну, а мне к вам. Можно? Можно. Я так волнуюсь, тетя Даша. Как начинать? Начинать с маленького. С листов. Ну разве это маленькое? И я думаю, тетя Даша, нужно, чтобы у каждого было свое определенное дело. Вот боевую работу Федьки. Это Кулыгин, Федя? Угу. А что? Озорное. Нет, нет, это хорошо, Федя. А Павлику? Немцы его заставляли стихи писать. Он их и будет писать. И потом, тетя Даша, нужно, чтобы у каждого было свое имя, конспиративное. Ишь ты. Я хочу Наташу, можно? Можно. А Маруся будет Даша. Вы думаешь-то, Елена. А Павлика Антоном назовем. Ну, начинай, добрый час. Начинай. Ну, детвора, вы веселитесь, а Сорокин на покой пора. Ну, позвольте, Дарья Тимофеевна, провожу вас. За честь почитаю, что уважили молодежь. Это похвально. Одобряю. Ну, прощайте, Ребята. Прощайте. Мы собрались, чтобы решить. Будем мы покоряться немцам? Бороться будем. А если бороться, то не в одиночку. И чтобы никто не дрогнул, не струсил и не выдал. Пытать будут. Молчи. На смерть поведут, тоже молчи. И поклянемся. Клянусь держать в строжайшей тайне все, что я знаю о нашей работе. Клянусь мстить за разрушенные города и за кровь людей наших. Этой мести клянусь отдать свою жизнь. И если нарушу эту клятву, имя мое будет проклято. Быть стойким в борьбе. Клянусь. Клянусь. Thank you.
Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Das aufstehen! Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Бить, отставить! Пойди, заяви всем, что я заболел, и вахту не кончив бросаю. Весь потом истек от жары, я не мог работать, нет сил, умираю. Весь потом истек от жары, из него работать нет сил, умираю. Простится, товарищи, товарищи, матросы, последний подарок ему приедет, колосник горелый ржав. Последний подарок ему приедет, колосник горелый ржав. Напрасно старушка ждет сына домой. Ая! И зовут она за... Ая! Прошу. Прошу, прошу. Мария Шовковнас? Садитесь пока. Мы сначала поговорим с Федором Кулигиным. Кажется, так? Абсолютно так, господин заведующий. Лазу зала. Я не заведующий, и вы не дурачок. Вы напрасно хотите таким казаться. Вы прекрасно знаете, что руководитель Биржи труда называется не заведующим, а комендантом. И функции у него другие. А я хозяйственник. Работал на руле, знаю горное дело. Хотите? Ну вот и поэтому мне поручено командованием восстановить шахту пролетарскую. Хорошая шахта? Очень хорошая. На гора давали 3000 тонн в сутки, план выполняли на 200%. Я это знаю. Я даже знаю, что вы комсомолец. Да. Федор Кулигин. Шахта пролетарская, комсомолец, с этим я нас один. С 1937 года, ноября месяца, это вы? А, так точно я. Ну, тогда садитесь. Слушайте. Вам не хочется получать 400 грамм хлеба? Что 200 для мамы, муку, крупу, мыло? Ну, от этого никто не откажется. Ну, об этом я и говорю. На шахте пролетарской работало больше 2000 шахтеров. Значит, вместе с семьями там кормилось около 10000 человек. Не подумав о своем будущем, шахтеры и их семьи разрушили шахты, а большевики увезли все планы. Люди, очевидно, рассчитывали на даровой хлеб, который немецкое командование будет раздавать всем без разбора. Нет! У нас тоже лозунг. Кто не работает, тот не ест. Справедливо? Справедливо. Вы же должны помочь своим же людям не умереть с голода. Я уже говорил, большевики увезли все планы. Мы, конечно, можем разобраться и без них, но на это потребуется очень много времени. Помочь! Что ж, я бы охотный, только я планов не знаю, это начальство знало. Вы были техником. Что улыбаетесь? Техник. Какой я техник? Мой дядя техник. Техник Федор Кулыгин. Это действительно. Только он умер в прошлом году, а я неграмотный. А вы говорите планы, а их сроду не видал. Я на отвале породы работал. Да? Да. Врешь! А чего? Чем мне врать-то? Я же не отказываюсь. Что по моей специальности, пожалуйста. Вот давайте. Давайте метлу, совок, лучше ведь двор уберу. Или вот еще, например, породу убирать. Пустите шахту, я с удовольствием. Федор. Федор. Кулыгин. Ага, Кулыгин. А дядя умер? А дядя умер.
Один. Два. Ничего, еще 30 зубов осталось. Ну это что не избиение, просто так вместо здравствуй. А, понимаю. Значит, ежели вы говорите прощай, то это значит навсегда на тот свет. Надеюсь, что вы теперь кончили играть. Я вам еще покажу свой спектакль. Гаусман, момент. Апфель. Пока прошу. Да. Мария Шовко-Пляс. Значит, вы есть Мария Шовко-Пляс? Я. Работала на шахте Пролетарска механиком? Работала. Ну, лучше опять работать. Поняла? Поняла. Можешь идти. Все? Все. Ну и что еще? Только я не могу работать механиком. Для большевиков умели, а для нас не умеешь. Ну я совсем это не умею. Я... Может быть, у тебя покойная тетка? Нет, это я. Только я выдвиженка. Выдвиженка? Что такое? Выдвиженка. Я училась, а меня выдвинули. Я сказала, что я не умею. А мне сказали, что я буду только числиться, а работать будут другие. У нас приказ был такой, что были молодые механики. Вот меня сделали таким механиком. А только я уборщица была. Еще одна уборщица. Лучше подметать пол, чем работать для немцев. Так ты думаешь, ну? Ну ладно. Будешь подметать пол. Только здесь, на бирже. Будешь работать с немцами рука об руку. Что попросишься в шахту механиком? Бити. Афанасий Петрович. Меня уже били, господин начальник. Меня крепко били. А потом отпустили домой, чтобы я вспомнил, где какие штреки и забои. А как же я могу вспомнить, когда я отразясь в шахте не бывал? Я ведь на поверхности вагонетки катал. Вагонетки. Если вам всем поверят, то вы все вагонетки катали. А где же моста? Забойщики, врубовщики, течники, где же они все? Вы же их, извините, убили всех. А я вагонетки катал. Хоть убейте. Хорошо. Сейчас мы тебя убьем. 502-й! 502-й, Кулигина! Настя. Афанасий Петрович. Федь! Это ничего, мама, это ничего, вы не волнуйтесь. Ну, вся семья Кулигиных в сборах. Сколько тебе зубов осталось? Еще не считал. Я думал, что уже немного. Тебе уж не будешь играть, Федь, ну, как называется, кошки-мышки. Вы не умный, старый. Вагонетки катал, да? Мы же отлично знаем, что вы Марк Шейда. Знаете, плани шахты, как я свой ладон. Поможете нам? Будет вам хорошо. Мы дадим вашим деткам хлеб, масло, мясо. Не поможете? Ну, ваша жена поедет в Германию. Фрула. Фрула! Первым же эшелоном. Ну, а вашего сына мы убьем. Не соглашайся, отец, не соглашайся. Пусть убьют. Апфенекер ждет вас. Товарищ, прошу. Пусть убьют, чем такой позор, отец. Не соглашайся. Ах.
вашего сына мы, конечно, как я вам обещал, выпустим. Но, знаете, он очень горячий молодой человек. Ему не с доброго. Впрочем, теперь все в ваших руках. Хорошо. У меня сегодня была Маруся. Рассказала, что старик Кулыгин согласился дать немцам планы шахты. Федька сам не свой. Берется затопить шахту. Ты пойдешь с ним? Я? Федька не согласится. Согласится. А я не струшу, блин. Я знаю. Успели шахту затопить, Лен? Часовые. Ребята. Ребята. Не считайте моего отца подлым. Он слабый человек. Пусти. Тише, тише. На улице патрули вас ищут. Потушите свет. Ты чего плачешь? Чего плачешь? Горе, что ли, какое? Горе. Большое горе, Афанасий Петрович. Да ты говори толком. Толком говори. Какая беда? Вот.
товарищи. Сегодня ночью немцы убили комсомольца Федора К. Убили за... Это какого Федора К? Нашего Федьку. Федьку. Прошу прощать. Так значит, не здесь живет Тоня Рыбалка? А? Извините, пожалуйста. Завтра приезжают. Нам немец хлеб принес. О! Вон! Я говорю, завтра приезжает наш большой специалист. И вы ему подробно покажете шахту. А жена где? Немецкий командир частично уже выполнил свое слово. Прислал хлеб, освободил сына. Теперь вы должны выполнить свое слово, и ваша жена будет дома. А? Хорошо. Фролайн! Фролайн! Мы пойдем вместе. Простите, но нам не по дороге. Мы пойдем вместе. Позвольте, ваша дика. Спасибо, мне тяжело. Битта. Немецкий офицер есть галантный офицер. Тут крана? Нет. Только я буду. А? Как ваше имя? Елена. Это есть правда? Да. Я думал, у вас другой. Что вы делали с тот старик? Я там искала свою подругу. Какую подругу? Тоню Рыбалку. А я встречал вас раньше в Фольнеле. Это было у моей доброй подружки Луизы, так? У вас хорошая память. Я вот профессионал. Луиза есть тоже ваша подруга? Да, мы дружили. У вас много подруг. Это есть очень красиво, шин. У вас есть подруга, Наташа? Нет. У меня нет такой подруги. Разве? А я очень интересуюсь русской девушкой имени Наташа. Мне говорили, это есть грандиозный красавец. Это правда? Я не знаю. Я люблю красивых девушек и злых собак. Но я не люблю красивых собак и злых девушек. Почему вы живете здесь? А где же мне жить? Я здесь родилась. Здесь, на шахте? Какая печальная родина. Вам надо жить в Великой Германии. У вас есть папа, Мотор? Нет. Они уехали с большевиками. Они умерли. О, давно? Почему? 22 года тому назад. Вы одинокая девушка. У вас есть муж, жених, он партизан? Я совсем одна, у меня дедушка. Почему вы не хотели в Германию? У меня туберкулез. Вас? У меня есть справка. Вас смотрели плохой, глупый, совсем глупый русский доктор. Почему все девушки в России такие грустные? Это есть славянская душа? Славянская душа. Почему? А, понимаю, вы побежденный народ. Оккупированный. Ой, я плохо знаю русский язык. Питер. Это девушка Наташа, ваш знакомый. Я вам сказала, что я ее совсем не знаю. Почему у вас девушки любят заниматься политикой? Когда девушка начинает заниматься политикой, она в конце концов становится трупом. Разве приятно быть трупом? Я не испытывала. Нет, это неприятно. Вы тоже любите политику? Да. Когда девушке 22 года, и она одинока, она должна быть большим политиком. Ну, за такой политикой я вас вешать не буду. Но... Вот мы и пришли. Вы знаете, что есть это здание? Знаю. Я не советую вам ссориться с этим зданием. Отсюда не выходит, фролен Элен. Вас зовут Элен? Да. Так. До свидания. Мы еще встретимся, фролен Элен. Вы забыли отдать мою сумку. О, битте, битте, ваше... Яблоко. Угу. До свидания. До свидания. Thank you.
есть пласты, которые мы разрабатывали перед самой войной. Богатый пласт. Эх, 2900 тонн в сутки давала шахта на гора. А в хорошие сталхановские времена и все 4000 запросто. Вот как бы. Ein ausgezeichneter Schacht. Andere Sache verstanden, die Herr. Газ. Тут газ. Нет. Газовые пласты на нижнем горизонте. Wer stimmt doch was nicht? Merken Sie nichts? Sprechen Sie mit ihm. Газ. Да я здесь работаю 25 лет. Что ж мне, извините, жизнь недорога. Вы что на меня смотрите? Я не на вас смотрю, ничего. Нет, нет, ничего. Дочки, Ирочки, штопочка должна быть. Сама зашивала. Вот, вот штопочка. Он убил ее, немец. Офицер, голубоглазый такой. А кофточка вот, кровь должна быть. Нету. Отстирали, наверное. Вот, вот. Красиво, красное на белом, а? Кровь. Ничего, ничего! Возьмите, возьмите! Ты паскуда! Мама, мамочка! Для всех я просто шлюха немецкая! Я не хочу, не хочу! Ты ведь ничего же не было, ничего. Боже мой, что я наделала? Как мне теперь жить? Ну что ж ты молчишь, мама? Лиза, ты плачешь и думаешь, что это все. Я мать Лиза и хочу тебе верить. Ну пойми, надо, чтобы все тебе поверили. Ну скажи, скажи, что нужно сделать. Я все сделаю, все. Доченька, поговори с Леной. Где Лена? Не знаю, сказала, скоро будет. Что-нибудь случилось? Да нет, нет, ничего не случилось. Неправда, вы что-то скрываете. Да нет, я пришла по своему делу. Мне нужно поговорить, понимаете? Обязательно нужно поговорить. Ну, скоро будем, скоро придет. Да вот и наша Лена.
Логинов здесь? Здесь, а что? Ничего, повестка. Явиться срок. Если это не... Знаю, Фипутит меня расстреляет. Я. Что это? Лена вызывает. Что же делать? Придется идти. Логиновых требует, Логинов явится. Поймите, Николай Сергеевич, поймите, ваш подлог легко разгадать, и тогда и вам, и ей, вы знаете, что будет. Вы что хотите? Чтобы я пустил ее в прислуги к этим терпеть унижение, позор и, в конце концов, смерть на чужбине? А Елена — это все, что у меня осталось в жизни. И вообще, оставьте меня. Не ходите за мной. У меня есть знакомый офицер. Вы хорошо устроились. Николай Сергеевич, он для меня все сделает. Дайте мне повестку, я освобожу Елену. Да. Идите домой, мама. Дайте мне повестку, я обязательно освобожу Елену. Ой, руки ломаные. Ой, руки ломненькие. Невозможно, голубой, тебя я больше не увижу. Не вернусь теперь домой, тебя я больше не увижу. Не вернусь теперь домой, прощай, родной мой городишко. И ты, товарищ мой любой, прощай, прощай, моя подружка. Прощайте, юность и покой. Пропала Елена. Прощай, прощай, моя подружка. Прощайте, юность и покой. Следующий, 954. Елена Логинова. Я Елена Логинова. Великая Германия. Следующий. Валя Степаненко. 955. Великая Германия. Следующий. 955. Пас. Профиль. Всех. Журавлевки, заводской. Всех угоняют. Теперь за Нахаловку взялись. Ой, Лена, если бы ты видела, какие глаза у девушек. Страшные. А когда же их отправляют? Не знаю, говорят, у них там вагонов не хватает. Может быть, завтра. Завтра, может быть. Да тише вы. Да вы чуете, что через 3 дня все это кончится? Павлик, ты понимаешь, через 3 дня. Ну, не через 3 дня, но кончится. А что, смотри, милый, МИУС, фронт наш уже прорвали, а? Ну, вот тебе и ну, смотри, 60 км осталось, не ну, больше. Ну, вот видишь, километров... А эти битты-дритты вчера хотели шахты восстанавливать, а сегодня, будьте любезны, битта-шейль, поворачивая глобли. Да, но дней 10 все-таки пройдут, ведь наши же с боями идут. Ну ладно, ну недельку, а потом выходила Дынавик Катюша. А девушек увезут в Германию. Да не успеют они отправить. А если успеют? Лена, ребята, а что? Да нет. Ну что? Я подумал, а что если напасть, когда девушек поведут на вокзал? Среди бела дня. А что? А охрана? Ну охраны-то большой не будет, весь гарнизон на фронт ушел. Сегодня даже обозников гнали. Надо в депо с ребятами договориться. Когда эшелон отправит. Подожди, начитался ты авантюрных романов, Леша. Комендант биржи еще здесь? Здесь. А какая там охрана? Где? Ну, на бирже. Это рискованно, Лена. Нет, это наш долг. А потом они все равно всех переловят. Ведь карточки, фотографии, все у них на учете. Подожди. Ой. Я, кажется, знаю. Руки. Was steht ihr da und glotzt fest in die Bande? Entwaffnen! Они понимают только по-русски. Ach so. Gut gemacht. Хорошо сделан. Очень ловко. Что вам надо? Вашей смерти. Thank you.
взяли все ваши документы, фотографии, карточки, горят! Бегите, товарищи, народы открыты! Бегите! Бегите! Наташи, то я лежал у вас дома. Вы? Это вы? Да. Так вот где довелось встретиться. Да, на дороге к Германии. А я, старый, тогда не верил, что вы перевернете мир. Ну что ж, ошиблись? Ошибся, генерал, ошибся. А Аленушка, что она? Елена. Учится в Горном. Это хорошо. Самое время. Куда же вы теперь? На Берлин. Thank you.